Здравствуйте, дорогие наши подписчики, и не только. Друзья, я приветствую вас. Как всегда с порога, хочу просить вас подписаться на наш канал. А если вам понравится видео и наши комментарии, ждем от вас лайки и комменты. Итак, тема этого видео, как вы уже поняли, это бородавочник, он же кабан. И леопард. Кто такой леопард? Леопард – это одна из больших кошек, принадлежащих к роду пантеры. Его ближайшими родственниками являются тигр, лев и снежный барс, с которым у леопарда много сходства. Красотой леопард может соперничать с тигром, а вот размером уступает ему. Длина тела у леопарда от 1 до 1,8 метра, вес от 35 до 70 кг. В остальном леопард – типичная кошка с гибким туловищем, длинным хвостом и сильными когтистыми лапами. Шкура леопарда имеет непревзойденную пятнистую окраску. Основной цвет шерсти этой большой кошки – желтый или рыжий, с переходом в белый цвет на нижней стороне тела. Но среди леопардов часто встречаются животные с повышенным содержанием пигментов шерсти. В этом случае шкура зверя приобретает черный или черно-коричневый цвет, на котором едва проступают пятна. Таких леопардов принято называть пантерами. Шерсть у этого зверя короткая, но густая и ценится как великолепный отделочный материал. Ареал леопарда весьма обширен. Встречается эта кошка повсеместно, на просторах Африки и Азии, доходя на севере до Кавказских гор и Амурской тайги. Это животное очень легко приспосабливается к различным местообитаниям и населяет разные ландшафты. Встретить леопарда можно в саваннах, полупустынях, горах и густых лесах. Как и всякая кошка, леопард ведет одиночный образ жизни. Обычно он бесшумно передвигается на мягких лапах, пятнистая шкура отлично маскирует его среди листьев и травы. Как правило, леопард пережидает дневной зной в укромном месте и выходит на охоту с наступлением сумерек. Но при наличии обильной добычи он легко меняет свой режим и охотится днем. Питается леопард в основном копытными, мелкими антилопами, газелями, оленями, дикими свиньями, косулями. В некоторых местностях леопарды часто охотятся за обезьянами. При случае они могут поедать более мелких животных, птиц, грызунов и даже пресмыкающихся. Леопарды брезгуют падалью и едят ее только в случае крайнего голода. Эти кошки подстерегают свою добычу в засаде и, крадучись, приближаются к ней на короткое расстояние, после чего огромным прыжком настигают ее и душат за горло. Это как раз мы с вами и наблюдаем на видео. Вообще леопард лучше всех других кошачьих, лазит по деревьям и убитую добычу постоянно затаскивает на ветки, делая ее недоступной для других хищников. Но сам леопард не упустит случая отнять добычу у более слабого охотника, например, гепарда. Взрослый, здоровый леопард благодаря своей скрытности, силе и ловкости практически не имеет врагов. Главными конкурентами леопардов являются львы и гиены в Африке, тигры и волки в Азии. Эти животные могут отнимать добычу леопардов и нападать на молодняк, но так как леопарды обычно прячут добычу на деревьях, то происходит это редко. Иногда леопарды могут получать травмы на охоте от бородавочников или буйволов. Чаще это происходит с молодыми неопытными животными. Немощные старые звери могут приближаться к человеческому жилью и охотиться на более беззащитную добычу – коз, овец, собак, домашнюю птицу. В исключительно редких случаях леопард может стать и людоедом. Но обычно люди как раз и представляют для леопардов самую большую угрозу. На этих зверей испокон веков велась охота. Хоть короткий мех леопарда и не годится для изготовления теплой одежды, но благодаря своей красоте используется для отделки и просто как украшение жилища. У всех народов охота на леопарда была охотой знати и престижа. Сам этот зверь стал символом власти и часто встречается как элемент геральдики. В неволе леопарды хорошо уживаются и могут размножаться. Численность некоторых подвидов леопарда достигла критического уровня и нуждается в специальных мерах по разведению в неволе. Иногда животные опровергают все писанные законы и правила поведения. Вот был случай, когда леопард убил самку бабуина, которая носила на себе новорожденного детеныша, но малыша убивать не стал.
Более того, в течение нескольких часов леопард играл с детенышем, проявляя по-своему грубоватую заботу о нем. Кто же такой этот бородавочник? Так вот, бородавочник – один из видов диких свиней, обитающий в Африке. Широкую известность этот зверь получил после выхода мультфильма «Король лев», где он изображен в виде героя Пумбы. Это крупное животное, длиной 1,5–1,8 метра, высотой в холке 65–85 сантиметров и весом 50–150 килограмм. У него вытянутое тело на коротких ногах, крупная голова с вытянутым рылом и короткий тонкий хвост с кисточкой на конце. Характерно, что у бородавочника на морде имеются большие шишковидные выросты, за что он и получил свое название. Как и многие дикие виды свиней, бородавочник имеет клыки, торчащие из пасти. Клыки у бородавочника очень крупные и представляют грозное оружие. Тело этого животного покрыто редкой жесткой щетиной, сквозь которую просвечивает темно-серая кожа. На шее у бородавочника имеется длинная грива редких волос. Эти животные предпочитают населять сухие кустарниковые саванны, избегая как совершенно открытых равнин, так и густых лесов. Самцы бородавочников живут поодиночке, а самки держатся стадами. Каждое стадо состоит из 1–3 самок с потомством и может насчитывать до 70 голов. Отличительной особенностью этих животных является то, что они имеют постоянные логово, что не характерно для копытных в целом. Бородавочники живут в норах, которые роют самостоятельно. Интересно, что поросята залезают в нору головой вперед, как и все звери, а взрослые животные залазят в нору, пятясь назад. Таким образом, бородавочники в норе подставляют незваным гостям свою морду, вооруженную клыками. Вообще, бородавочник – зверь не слабого десятка. При нападениях хищников, а иногда и без повода, бородавочники отчаянно защищаются или нападают. Известны случаи, когда они делали грозные выпады даже в сторону слонов и носорогов. В отличие от остальных свиней, бородавочники – травоядные животные. Пасутся они необычным способом, стоя на коленях. Поскольку бородавочники живут в теплом климате, у них нет определенного сезона размножения. В целом брачный период протекает спокойно. Самцы иногда устраивают потасовки друг с другом. При этом ведут себя как бараны, упираются лбами и стараются сдвинуть противника. Свое главное оружие – клыки – эти звери никогда не применят друг против друга. Беременность длится 6 месяцев. Самка поросится в норе и приносит 1–3 детенышей. Поросята бородавочника серовато-розовые, похожие на домашних хрюшек. Интересно, что с первых дней жизни мать надолго оставляет потомство в норе, наведываясь к малышам всего 1–2 раза в сутки. Постепенно поросята начинают вылазить из норы и сопровождать мать, удлиняя свои прогулки. Самостоятельными они становятся к 1 году. На бородавочников нападают крупные хищники – львы, гиены, леопарды, как в нашем случае. Интересно, что в большинстве случаев они предпочитают подкарауливать поросят, опасаясь связываться со взрослыми. У маленьких бородавочников есть еще одна напасть, от которой никакая мать их защитить не может. Это орлы и другие хищные птицы, которые выслеживают молодняк с высоты. Во многих местах на бородавочников охотится местное население. Мясо их ничем не отличается от свинины. Ну все, достаточно и про бородавочника. Дальше, после того, как вы подпишитесь на наш канал, мы оставляем вас досматривать это видео в природной звуковой атмосфере. В том смысле, что без комментариев. А вам здоровья и хорошего настроения. В том смысле, что без комментариев. А вам здоровья и хорошего настроения. Yeah.
Приветствую вас, мои дорогие подписчики и просто зрители. Тема сегодняшнего видео – это бородавочник, или другими словами, африканская свинья. Итак, поехали. Африканский бородавочник, латинское название Focaccioe rusificanus, вид из семейства свиней отряда парнокопытных, обитающий на большей части Африки. Внешний вид бородавочника, на первый взгляд, напоминает кабана с несколько приплюснутой, очень крупной головой. Прежде всего бросаются в глаза 6 бородавок, расположенных симметрично по периметру морды, а также изогнутые, достигающие длины до 60 см, клыки. Бородавки, растущие с прогрессирующим возрастом бородавочника, являются исключительно кожным образованием, заложенным в эмбрионе на генетическом уровне и не имеют ни костной, ни мускульной основы. Шкура бородавочника обычно серого цвета, и из-за теплого климата Африки более тонкая, чем у европейских сородичей. На затылке и на спине у бородавочника имеется грива. Хвост на кончике увенчан своеобразным утолщением. При опасности или побеге бородавочник имеет обыкновение поднимать его вверх, за что он в шутку получил кличку «Радио Африка». Взрослые самки бородавочника достигают веса до 70 кг, а самцы до 100 кг. Высота в холке достигает 65 см. Бородавочники территориальны, ведут оседлый образ жизни и никогда не совершают сезонных миграций. Они являются социальными животными, живущими в группах. В группе обычно от 4 до 16 взрослых животных. Активную жизнь ведут прежде всего в дневное время. Во время полуденной жары любят отдыхать в кустарниках или под деревьями. Ночью прячутся в скальных расщелинах, бывших строениях термитов или же в норах трубкозубов, которые ночью уходят на поиски пищи. При рытье земли бородавочники сгибают передние лапы в суставах и опускаются на локти, на которых с большой легкостью ползут вперед. Эту же позу они принимают во время питья воды из ручьев. Бородавочник распространен во всей Африке южнее Сахары. Существует 4 подвида, из которых 3 представлены довольно широко. Только эритрейский бородавочник считается под угрозой исчезновения. Как правило, беременность длится 5 или 6 месяцев. Обычно рождается от 2 до 4 поросят, иногда их может быть до 8. Поросята отлучаются от молока матери в возрасте 3-4 месяца. Половая зрелость наступает в возрасте 1,5-2 года. Дикие бородавочники могут жить до 15 лет. В неволе некоторые особи доживают до 18 лет. Интересные факты. Огромные верхние клыки взрослого самца порой достигают длины 50 сантиметров. Бородавочник Пумба, персонаж мультфильма «Король лев» и один из заглавных мультипликационного телесериала «Тимон и Пумба», лучший друг суриката Тимона. Бородавочник Фунтик, талисман журнала «Максим» с 2003 года. Именем бородавочника Варти Варсек был назван первый релиз операционной системы Linux Ubuntu. Штурмовик Fairchild Republic A10 Thunderbolt 2 за свой необычный вид получил прозвище «Бородавочник». Бородавочник – самая известная дикая африканская свинья. Несмотря на то, что это животное принадлежит к семейству свиней, оно здорово от них отличается. Несмотря на то, что бородавочники, как и все свиньи, всеядны и стремятся разнообразить свое меню плодами, корнеплодами и даже пищей животного происхождения, такими как яйца, падаль, личинки насекомых. Эти африканские дикие свиньи не могут жить без травы, которая составляет основу рациона этих зверей. Первых бородавочников в зоопарках пытались кормить, как кабанов и прочих сородичей. Но дикие африканские свиньи от такого питания очень быстро умирали. Когда же в рацион пересмотрели и добавили в него изрядную долю травы, бородавочники стали чувствовать себя настолько лучше, что стали размножаться в неволе. Бережное отношение бородавочников с сородичем проявляется даже во время гона, когда самцы устраивают побоище за право обладания самкой. Стоит отметить, что у этой дикой африканской свиньи есть очень мощное оружие, которое позволяет ей справиться даже со львом. Это острые, как бритва, клыки. В среднем длина клыков взрослого бородавочника составляет 30 сантиметров, но науке известны особи с 60-сантиметровым оружием. Так вот, самцы бородавочника никогда не используют свое мощное оружие при выяснении отношений со своими сородичами. Они бодаются лбами, как бараны. Бородавочники уникальны тем, что живут в норах. Очень часто, в качестве исходного материала для своего жилища, они используют норы других животных, трубкозубов или дикобразов.
залезают в свое жилище бородавочники на коленях, пятясь задом, и спят в них, высунув морду наружу. Норы этих диких зверей довольно велики, средняя длина норы бородавочника составляет 3 метра. Кстати, апартаменты у самок больше, чем у самцов, потому что в них должно еще и потомство помещаться. Средняя скорость, которую может развивать взрослый бородавочник, составляет 50 км в час. Это, пожалуй, лучший показатель в отряде свиней. Правда, долго с такой скоростью бородавочник бежать не может. Его цель – домчаться до своей норы или ближайшего густого кустарника. Кстати, когда бородавочник бежит, его хвост взмывает вверх и застывает в вертикальном положении, как антенна, поэтому стадо бегущих диких африканских свиней представляет собой весьма забавное зрелище. На этом все, если понравилось, жду от вас лайк. Если не понравилось, напишите почему. Но подписаться на канал вы должны обязательно. Всем спасибо. До новых встреч. Ha ha ha!